В сети салонов часов 3.15 появился новый бренд U-Watches. Пока попробую немного рассказать про бренд. Это бренд российский, создан командой совместно швейцарцы и российские дизайнеры. Производство часов происходит в Гонконге. Очень качественная, хорошая сборка. Начнем наш обзор с их флагманской модели. Модель называется «Авиатор» в таком узнаваемом авиационном стиле. Давайте посмотрим чуть ближе. Перед нами модель в черном корпусе, с черным ПВД. Вся стилистика соблюдена. Для пущей узнаваемости тут даже есть самолет. Часы достаточно крупные, 45 мм. Защищены индикатором даты, хронографом. За хронограф отвечает основная большая стрелка. Также есть счетчик минут. Вот. Кнопкой старт стартует. Кнопкой стоп. Все возвращается на место. Посмотрим подробнее на часы. Вот так выглядит задняя крышка. Мой телефон отражается. Одна из приятных особенностей всех часов U. Тут можно увидеть, это система quick-release. То есть тут пружинка, не нужен специальный инструмент, ремешок очень просто поменять. Мы с часами уже несколько месяцев живем. Пока по качеству нареканий никаких. Качество сборки, разбирали, смотрели в сервисном центре, очень высокое, на уровне лучших мировых брендов. Модель довольно крупная. Вот можно посмотреть на моей худой руке, смотрится примерно так. Ну, как бы, наверное, для руки покрупнее это больше подходит, даже с бирочкой. Такой есть еще очень красивый, эта модель есть вариант с еще серым, по-моему, ремешком. Вот. Ну, в целом, да, внутри Миота, японская, все отлично, надежный механизм. Защита от воды до 5 атмосфер. Вот, то есть купаться мы не рекомендуем. В любом случае, мы не рекомендуем это делать с любыми часами, у которых стальной ремешок. Так, логотип U-Watches на застежке также. Застежка также стальная. Ну, ремешки, я бы сказал, отличные. Вот.